Я много раз сегодня повторила, наша сегодняшняя ситуация, да, реальность, которая нас поглотила, она не имеет никакого отношения к живому общению, к общению глазами, к тому, что мы можем потрогать друг друга за руку при приветствии. Поэтому для меня это просто вот абсолютное какое-то удовольствие, которого мы лишены, ну, 2 года последних.